Круизный лайнер MSC Mirabilia является самым большим 19-палубным и наиболее инновационным круизным судном, созданным европейской круизной компанией. Он был спущен на воду в 2017 году и способен разместить на борту 5700 пассажиров. Сегодня мы отправимся в путешествие по этому лайнеру и начнем с пятой палубы, так как первые четыре предназначены для технического использования. На пятом этаже расположен Infinity Atrium, встречающих своих пассажиров сразу после посадки на лайнер. Здесь находится Infinity Bar, в котором можно отведать различные напитки и отдохнуть от процедуры регистрации на судно. Все расчеты в барах происходят по круизной карте, полученной еще в порту. Но если пассажир заранее не приобрел дополнительные пакеты с напитками, то придется отстоять эту очередь на ресепшн и положить деньги на депозит. Также есть возможность в качестве депозита заблокировать деньги на банковской карте в специальных терминалах, и это уже без очереди. За ресепшеном расположен бизнес-центр для проведения различных встреч и презентаций. Здесь же, на пятом этаже, находится зона по продаже экскурсий от MSC и ресторан «Волна», в котором проходят ужины с обслуживанием по меню, включенные в стоимость проживания. Еще раз посмотрим на эту замечательную очередь, но не в последний раз, и отправляемся по красивой лестнице со стразами Сваровских на шестой этаж. Кстати, на пятом этаже также расположены каюты для проживания, а вот на шестом и седьмом этажах их нет. Здесь находится сердце лайнера с названием «Галерея Mirabilia». Это место для прогулок пассажиров с завораживающим потолком в виде огромного светодиодного экрана, который меняет свое изображение, создавая неповторимую атмосферу и днем, и ночью. По шестому этажу мы отправляемся в сторону кормы, или задней части корабля, через галерею эмоций погружения. И первым на пути нам встречается еще один великолепный и роскошный основной ресторан с названием «Эль Олива де Оро ресторан», предлагающий традиционную итальянскую кухню. Он также включен в стоимость проживания соответствующих кают. Далее двигаемся еще через одно симпатичное место, украшенное винными бутылками, и попадаем в панорама-ресторан, в котором сервируются изысканные итальянские ужины. Из ресторана «Панорама» открывается шикарный вид на морские пейзажи. Эти рестораны работают с гибким стилем питания. Это когда можно записаться заранее на любое время для кают «Аурея» и «Wellness». В основных ресторанах, кроме ужинов, проходят завтраки и обеды. Бесплатные напитки предоставляются только за завтраком. Итак, мы еще находимся на шестом этаже в общественной зоне. С левой стороны расположена фотогалерея и фотомагазин, в котором можно приобрести фотографии со своих фотосессий на лайнере. Для любителей сувенирной продукции MSC на борту есть фирменный магазин. А впереди нас ждет длинный и красочный променад с различными магазинами, где желающие могут потратить свои деньги с возможностью возврата НДС при выезде из страны. Thank you.
течение всего дня на лайнере проходят развлекательные программы. Вот, например, мы видим, как пассажиры разучивают очередной танец. Далее мы направляемся в главный театр круизного лайнера «Мировилья». Здесь проходят бесплатные вечерние шоу-программы, обычно в две смены. Мест хватает всем, но для посещения рекомендуется записаться заранее. Как это сделать, расскажу чуть позже. А по завершении концерта разогретую публику ждут уже аниматоры на массовую диско-программу в променадной зоне. Теперь переходим на седьмой этаж с названием «Тадж-Махал». В носу лайнера расположен роскошный балийский спа-салон, предлагающий разнообразные релаксационные процедуры. Салон красоты с парикмахерскими услугами, маникюром, педикюром, процедурами для волос и лица. Спа-зона оборудована различными душами, зонами отдыха, саунами, банями. Есть гидромассажный бассейн. Халаты и тапочки в номерах не выдаются. Продолжаем наше путешествие по седьмому этажу. Это Brass Encore Pub, традиционный английский паб с уютной атмосферой и лучшими сортами пива. Так как алкогольные напитки не включены в стоимость проживания на лайнере, то в каждом баре и ресторане необходимо будет доплачивать отдельно. Для того, чтобы сэкономить, можно купить дополнительно пакет алкогольных напитков без ограничений и наслаждаться во всех барах и ресторанах. Получится значительно дешевле. Пакет покупается обязательно на всех членов каюты. Суши-бар и типаньяки-ресторан с лучшими блюдами азиатской кухни. Далее идет стильная и изящная зона отдыха возле шампань-бара для настоящих ценителей изысканных вкусов дорогого вина. Еще один шикарный вид сверкающих лестниц и потолков седьмого этажа. А впереди нас ждет зона казино, где представлено множество различных игровых автоматов, а также можно испытать свою удачу в бинго, покер, блэкджек и рулетку. За казино расположен огромный шоу-лаунж с названием «Карусель», специально созданный для эксклюзивных представлений всемирно известной труппы «Цирк дю Солей». Два раза вечером, 6 дней в неделю, гости лайнера имеют уникальную возможность увидеть два оригинальных и разных шоу «Цирка дю Солей», мирового лидера в области живых художественных развлечений, а также насладиться кулинарными изысками во время шоу. Каждое представление имеет уникальную концепцию, атмосферу, сюжетную линию, костюмы и макияж. Билеты на шоу можно приобрести на борту лайнера или заранее перед круизом, забронировав одно из представлений, шоу с коктейлем за 15 евро с человека или шоу с ужином за 35 евро с человека.
представлений цирка в этом зале проходит инструктаж на случай эвакуации с лайнера. Возвращаемся в сторону носа корабля, но уже по другому балкону. Еще один ресторан Butcher's Cut, американский стейкхаус, предлагающий лучшее мясо из всех регионов мира, превосходно сочетающееся с новосветскими винами. Еще раз полюбуемся потолком променада. Это ТВ-студия and Bar, студия звукозаписи, где вы можете создать собственный сборник хитов, а также вечером провести замечательно свое свободное время. Для любителей почитать есть библиотека. Поднимаемся выше. С 8 по 14 палубу находятся только каюты. Лифтов очень много, но иногда ждать их приходится долго. А теперь квест с названием «Найди свою каюту». Коридоров очень много, запутаться поначалу очень легко. На каждом этаже есть схема палубы с указанием номеров кают. Также можно установить очень полезное приложение на телефон, которое будет показывать местоположение вас и вашей каюты, программу мероприятий на день, расходы, баланс счета и многое другое. На Мировилле есть несколько категорий кают: внутренние без окна, с окном, с балконом, сьюты, двухуровневые сьюты, а также отдельный блок для членов яхт-клуба. Каюта с балконом категории «Фантазия» имеет маленький санузел с душем и феном. Состоит из одной комнаты. Двухместную кровать можно превратить в две одноместные. Диван используется как дополнительное место до двух человек. Есть кондиционер, сейф, телевизор, холодильник. Балкон оборудован мебелью. Семейная каюта с балконом категории «Фантазия» имеет, кроме одной большой кровати, дополнительный отсек с двухъярусной кроватью для детей. Большую кровать также можно раздвинуть. Есть шкаф, сейф, санузел с душем и феном, основную комнату можно соединить с соседней и получить размещение на 6 человек. Есть телевизор, холодильник с платными напитками. Данный номер находится на корме, вид открывается на уходящий горизонт и качает здесь больше всего. А теперь поднимаемся на 15 этаж, который будет посещаться несколько раз в день, так как здесь находится главный и самый большой ресторан самообслуживания, который работает 20 часов в сутки. Кроме завтраков, обедов и ужинов, в этом ресторане всегда можно перекусить между основными приемами пищи и даже ночью. Это овощи, бутерброды, пицца, сэндвичи, чай, кофе, напитки, вода. Во время обеда и ужина можно заказать алкогольные напитки за дополнительную плату или включенный в пакет напитков. В данный момент проходит обзор завтрака. Ассортимент блюд, конечно, не люкс, но голодными ресторан не покинете. Обед и ужин проходят на уровне эконом-отелей 5 звезд. Изысков замечено не было. По предварительному запросу доступны вегетарианское, безглютеновое и кошерное питание. Если корабль прибывает в очередной порт во время завтрака или обеда, то в ресторане может не хватать посадочных мест, так как все пытаются в одно время посетить данное заведение. Кроме питания в ресторане самообслуживания, ужин можно провести в одном из ресторанов а-ля-карт. В классическом варианте ужины проходят в две смены – в 19 и в 21 час. На протяжении всего круиза за вами закреплен один столик,
один и тот же обслуживающий персонал, а соседи по столу не меняются. Еще есть вариант питания с выбором времени ужина и ужин в любое время с приоритетной рассадкой в ресторане. На лайнере существует определенный дресс-код. Это элегантная одежда для вечерних посещений ресторанов и вечерних мероприятий – шоу, казино, клубов, баров. На 15 этаже расположены бассейны с морской водой. Это закрытый бассейн с названием «Bamboo Pool». Вода в бассейне подогревается, а крыша летом открывается. Есть две гидромассажные ванны, полотенца, халаты и тапочки не выдаются. В зоне крытого бамбукового бассейна есть такой же бамбуковый бар. В центре 15-й палубы расположен еще один открытый бассейн, возле которого находится кафе-мороженое и бар. Здесь же установлены столики со стульями, где в тени можно провести свободное время, любуясь морскими пейзажами. Когда день на лайнере проходит в море, то лежаков на всех желающих не хватает. На 16 этаже расположен фитнес-центр с современным оборудованием и возможностью персональных тренировок. Занимаясь на кардиотренажерах, открывается шикарный вид на зону открытого бассейна и морскую даль. На этой же палубе находится зона мультимедиа и виртуальных игр для детей. Различные игровые автоматы, где детки могут потратить деньги своих родителей. Полноразмерный боулинг на две дорожки. 4D-кинотеатр. Летный симулятор, симулятор Формулы-1, игровые автоматы «Звездные войны», спортбар с очень нужными вкусностями для детей и спортивным питанием. Здесь же находится небольшая ресепшн для регистрации в аквапарк и веревочный парк. Есть даже спортивный корт для активных игр. На корме 16-й палубы расположена еще одна зона для принятия солнечных ванн и небольшой бассейн. С 17-й палубы нет, а на 18-й находится бар на верхней палубе. Клуб для подростков от 15 до 17 лет. А также дискотека с профессиональными диджеями и последними музыкальными хитами. Для детей разработаны специальные программы, предназначенные для 5 возрастных групп. В детских клубах детей можно оставить под присмотром воспитателей, даже отправляясь на экскурсию от MSG. Доремис студия – это техническая мастерская для детей и специальный детский кинотеатр. Все мероприятия в детских клубах проводятся на иностранных языках. Для маленьких путешественников предлагается разнообразие игр и развлечений – шахматы, шашки, лепка, краски, групповые игры, спортивные турниры, вечеринки, концерты и многое другое. Дети могут участвовать во множестве интересных мероприятий благодаря партнерству с LEGO. Услуги няни на борту не предоставляются. На 19-й палубе находится один из самых захватывающих аттракционов в море. Это аквапарк с тремя винтовыми горками и веревочным парком с названием «Гималайский мост». Множество бассейнов и водных развлечений понравится не только детям, но и взрослым. Для посещения аквапарка необходимо зарегистрироваться на 16 этаже на специальном ресепшн. Среди современных технологий на круизном лайнере MSC Miraviglia реализована беспроводная связь ближнего радиуса действия, позволяющая использовать смарт-устройство на борту через мобильное приложение. Благодаря этим инновациям путешественники смогут общаться с другими пассажирами, а также планировать свой распорядок дня или выбирать понравившиеся мероприятия, записываться на их посещение. Кроме того, с помощью новых технологий можно оплачивать счет, открывать каюту, отслеживать местоположение своих детей, находить друзей и помещения на борту. И все это благодаря круизной карте или смартфону.
По завершении круиза требуется оплатить все свои счета и вернуть депозит, оставленный наличными в начале круиза. Для этого необходимо отстоять огромную очередь. И чтобы не терять свое время, мы рекомендуем использовать банковскую карту, лучше в евро, для блокировки средств и списания по счетам через терминалы, установленные на лайнере. А для того, чтобы сэкономить сервисный сбор в размере 15%, уплачиваемый на лайнере за каждую услугу, приобретать дополнительные пакеты услуг, билеты на мероприятия заранее, еще при бронировании круиза. Желаем приятного путешествия на современном лайнере!